Есть в российском шоу-бизнесе артисты, знаете, откровенно самокритичные. И некоторые девушки даже называют себя дурой со стажем. Это ты про нашу следующую исполнительницу? Это про вот эту вот роскошную девушку? Да, между прочим, помимо того, что она роскошная, она еще пишет стихи очень трогательные и проникновенные. Да это она просто лукавит. Да все-то она знает про себя. Да все вы девушки такие. Лишь бы приунизить себя немножечко. Ну, а мы зато точно знаем, что все мужчины сейчас прильнут к экранам телевизоров, а девушки будут просто подпевать. И я в том числе. На сцене Карина Хвойницкая. Встречаем. Вегас, привет! Сейчас спою свою песню «Дура со стажем» и немножко потанцуем с вами. В тихой комнате я одна, и силы только это спеть, и мне больше не задеть тебя. В тихом омуте по одному расстрелял всех моих чертей. Она называется «Скорая», ее еще нигде нет. Она выйдет только на следующей неделе, и вы первые ее сейчас услышите. Да, поэтому, если она вам понравится, советую подписаться и следить за новостями. Не бы тебя как лекарство трижды в день принимать, когда ты вторгаешься в мое пространство, мне легче дышать. Повторяем движение.
Спасибо, Вера. Она была хорошая.